Всем привет! Меня зовут Денис Васаненко. На сегодняшний день я являюсь техлидом с чуть больше десятком лет опыта работы в программировании, как в бэкэнде, так и во фронтенде. Успел поработать в продуктовых компаниях, в стартапах и получить достаточно разнообразный опыт работы. И, собственно, к теме разговора. Сегодня я хотел бы вам рассказать о шаблонах синхронизации данных. В определенной степени это такая advanced тема для фронтенд-разработчиков, но я думаю, она достаточно живая и достаточно интересная. Для начала давайте вспомним и разберемся с тем, что такое шаблоны проектирования в принципе. Шаблоны — это проверенные временем решения для типовых проблем, с которыми разработчик сталкивается на разных этапах создания приложения. Самые часто упоминаемые шаблоны — это шаблоны объектно-ориентированного программирования, но существует достаточно большое количество решений для абсолютно разнообразных проблем. Это и security, это и сегодня рассматриваемая синхронизация данных. Собственно, давайте о ней поговорим. Зачем вам это нужно? Самый, наверное, интересный вопрос. На момент создания каталога шаблонов синхронизации данных, а это было в 2012 году, Зак Маккормик и Дуглас Шмидт презентовали свой труд под названием Data Synchronization Patterns in Mobile Applications Design, что явно подразумевает направление в сторону мобильной разработки. Но с того времени утекло достаточно много воды. Перестали существовать такие операционные системы, которые были там упомянуты, как Symbian от Nokia и Windows Mobile от Microsoft. На смену им уже пришли Android, iOS, но с 2012 года прошло уже почти 10 лет, и прогресс не стоит на месте. На сегодняшний день в целом нет необходимости знать Java, Objective-C или Swift для того, чтобы разрабатывать мобильные приложения. У нас во фронтенде есть Native Script. Не обязательно знать C-Sharp, Java или C++ для разработки десктоп-приложений. У нас есть Electron или Proton Native. Но в целом и это не предел. Если вспомнить о такой технологии, как Progressive Web Applications, для работы которых, по сути, необходим только браузеры, которые могут работать как на мобильных устройствах, так и на десктопе. Но есть и нюанс в этом всем. С огромным количеством возможностей для фронтенд-разработчиков также пришли и проблемы из этих смежных областей. И, собственно, синхронизация данных — это одна из них. Давайте такие к шаблонам. Шаблоны синхронизации данных на самом деле достаточно немного, и они разделены на три категории: механизмы синхронизации, хранение и доступность данных и, собственно, передача самих данных. Каждая из категорий отвечает на свои вопросы и предлагает по несколько шаблонов, по сути, вариантов решения этих вопросов. Первая и, на мой взгляд, самая простая категория — это механизмы синхронизации данных. Шаблоны из этой категории отвечают на вопрос, когда приложение должно синхронизировать данные. Этот вопрос для нас, как для фронтенд-девелоперов, достаточно тривиален, но на самом деле имеет один достаточно большой подводный камень, так как сильно зависит от контекста самого приложения и предметной области. Собственно, давайте пару слов буквально скажу, как мы будем рассматривать шаблоны. Первое, что я буду озвучивать, это основная проблема, которую должен решать шаблон.
Вкратце буду описывать то, что изображено на диаграммах, давать плюсы и минусы конкретных решений и буду пытаться приводить примеры, где эти шаблоны применимы, ну, такие идеализированные варианты. Собственно, давайте начнем с самого первого шаблона. Это асинхронная синхронизация данных. Как бы странно ни звучало. Главный вызов, который, собственно, перед нами, как перед разработчиками, стоит сегодня в абсолютно любом приложении, это быстрый доступ к данным, отзывчивость и время ожидания, которые определяют, как быстро пользователь может получить доступ к своим данным. Неотвечающее или медленно отвечающее приложение приводит к плохому пользовательскому опыту. И с этим боремся мы как разработчики, с этим борются UX-дизайнеры со своей стороны. И в целом достаточно большая и проблемная область. Однако, даже если приложение будет реагировать уже с первых секунд, но пользователю придется ждать значительный период времени своих данных для того, чтобы взаимодействовать с приложением максимально полноценно, этот опыт может ухудшиться. Поэтому важно убедиться, что приложение не блокируется, когда происходит синхронизация данных. Механизмы синхронизации данных лучше всего изображать в виде диаграммы состояний. Собственно, что у нас здесь изображено? Когда приложение готово к использованию, другими словами, пользователь может каким-либо образом взаимодействовать с приложением или с его компонентом, запускается событие синхронизации, и приложение немедленно возвращается в рабочее состояние. Синхронизация у нас остается в фоновом процессе. Плюсы данного решения в целом очевидны. Доступное приложение, синхронизация в фоновом потоке. Но, собственно, не стоит забывать и о минусах данного решения. Первый, наверное, самый большой – это несоответствие данных, которое, возможно, несоответствие данных, которое может вытекать из одновременного доступа к общему набору данных или к общим ресурсам. И, собственно, второе, немаловажное, это неизвестность количества набора данных. Так как если набор данных достаточно большой, мы можем наблюдать достаточно долгий спиннер, который просто нам отображает ничего. На самом деле, данная категория самая сложная для приведения примеров, так как она очень зависит от контекста, и примеров здесь может быть просто миллион, но я постараюсь привести несколько. Самый яркий из всех возможных, пришедший к нам именно из мира мобильной разработки, это системы логирования ошибок при сбоях. Когда в приложении происходит какая-либо критическая ошибка, она в фоновом режиме передается в такую систему логирования. Если взять какой-то более надуманный пример, но более реалистичный, то, с чем мы можем столкнуться в разработке, это может быть e-commerce приложение, состоящее, допустим, из самого простого древовидной структуры категорий и, естественно, товаров. Структура категорий у нас достаточно статичные данные, а товары, в свою очередь, достаточно динамичные, так как меняется их количество, меняются сами товары. При обычной загрузке товаров из категории, либо при использовании подхода Infinity Scroll, скорее всего, правильнее всего будет использовать именно асинхронную загрузку данных.
Но существует и другая сторона медали. Для работоспособности некоторых приложений критически важно иметь определенный набор данных перед тем, как позволить пользователю взаимодействовать с приложением. Это могут быть какие-то финансовые приложения или какие-либо еще. Это могут быть даже самые обычные наборы данных, на которых базируется работа приложения, допустим, какие-то метаданные, либо даже данные, которые должны быть точными в реальном времени. Пример не лучший, но в целом достаточно подходит к текущему шаблону. Этот механизм синхронизации также изображен в виде диаграммы состояний, на которой видно, что после попадания в компонент, требующий синхронизации, приложение переходит в состояние, в котором пользователь должен ожидать окончания этой синхронизации перед тем, как ему станет доступна функциональность. Плюсы данного решения достаточно очевидны. Таким циклом состояний легче всего управлять, но естественным образом это ухудшает взаимодействие пользователя с приложением. Если говорить о примерах, то для этого шаблона прекрасным примером может стать приложение с проверкой прав пользователя. Допустим, у нас есть приложение, в котором возможна помесячная подписка на основные функции. Соответственно, нам желательно перед тем, как дать полный доступ к функциональности, заблокировать его до, собственно, синхронизации и выяснения активности подписки. Возвращаясь к нашему примеру с онлайн-магазином, примером таких действий синхронизации может быть работа с товарами и заказами со стороны администратора, так как в этой части приложения критически важна точность. Итак, мы разобрались с взаимодействием приложения с пользователем при синхронизации данных, но у нас есть еще много вопросов, на которые стоит ответить. Кроме когда синхронизировать данные, у нас есть не менее важный вопрос, как их хранить на стороне приложения, чтобы обеспечить максимальную доступность. Для работы некоторых приложений необходим достаточно небольшой набор данных. Для некоторых он настолько большой, что сохранить на устройстве его просто невозможно. А для некоторых приложений это абсолютно противопоказано, так как они основаны на данных в реальном времени. Согласитесь, достаточно странно было бы видеть какое-то приложение для трейдинга, которое пользуется данными месячной давности. Категория хранения и доступности данных также достаточно тривиальна с архитектурной точки зрения и состоит всего из двух шаблонов – частичного и полного сохранения данных. Собственно, к частичному сохранению данных. Основная проблема всех клиентских приложений уже достаточно много лет ставит во главе угла ограниченность ресурсов, будь то пропускная способность сети, объем физического накопителя данных или даже ограничение платформы на использование ресурсов. Со стороны сервера такие вопросы решаются достаточно просто. Можно увеличить пропускную способность, можно добавить ресурсы памяти и процессора. Но со стороны клиента мы, к сожалению, такой возможности не имеем. Собственно, к диаграмме. Она показывает нам последовательность для доступа к данным, когда они еще не сохранены в приложении. Следующая же показывает нам последовательность, когда данные уже сохранены. Диаграмма, собственно, составлена из шаблонов, которые уже имеются у нас, допустим, в каталоге Enterprise паттернов, с которыми можно ознакомиться. Выходы от использования данного шаблона
при ограниченных ресурсах в целом является преимущество возможности синхронизации данных на разных уровнях гранулярности. Звучит запутанно, но в целом, если разобраться, по сути, это возможность синхронизации данных в разных компонентах под свои нужды, если перефразировать. Основные проблемы данного подхода связаны в основном с сетью, так как для синхронизации из разных компонентов, соответственно, нам необходимо делать достаточно много запросов для этой самой синхронизации. И, соответственно, с ограниченной скоростью передачи данных это может сказаться на взаимодействии с пользователем. Если перейти к примерам, то для этого шаблона в целом можем опять же вспомнить наш интернет-магазин с заранее сохраненными категориями, то есть это как раз та часть, которая у нас уже имеется в приложении, и товары, которые подтягиваются по ходу использования. Еще из хороших примеров можно привести GIS-системы типа Google карт, которые догружают фрагменты карты по мере ее использования и сохраняют на время работы с приложением, либо навсегда сохраняют в зависимости от настроек. В противопоставление частичному сохранению данных, само собой, можно поставить полное сохранение данных. Несмотря на доступное широкополосное подключение к сети дома через Wi-Fi или еще как-либо, бывают случаи, когда подключение к сети абсолютно невозможно. Соответственно, частичное хранилище работает, загружая данные по требованию, и поэтому оно в этом контексте может не подходить. Если перейдем к диаграмме, диаграмма нам показывает последовательность того, как работает полное хранилище данных. Оно явно проводит границу между двумя типами действий. Это, собственно, синхронизация данных и получение данных, а именно копии данных, сохраненной уже в приложении. Очевидная выгода использования полного сохранения данных – это меньшая зависимость на доступность сети, но и у этого решения есть естественные минусы и проблемы. Во-первых, нужно учитывать размер данных, потому что сохранить абсолютно все на устройстве не всегда получается. Во-вторых, увеличивается хоть и одноразово нагрузка на канал связи. Соответственно, я думаю, все замечали в приложениях, которые имеют какие-то медиабиблиотеки, настройки типа загружать только через Wi-Fi и подобные вещи, это на самом деле как раз именно об этом, для того, чтобы предупредить какие-то проблемы, если, допустим, я думаю, до сих пор в нашей стране еще существует тарификация за мегабайты, и, соответственно, некоторым это является проблемой. Собственно, из примеров можно привести, я так думаю, самые яркие, это клиентские приложения файловых хостингов или хранение заметок с возможностью офлайн работы, такие как Dropbox, Google Drive, Evernote и так далее, и так далее. В целом их достаточно много. Хорошо. И, собственно, последняя категория. И, на мой взгляд, самое интересное – это паттерны передачи данных. Почти все современные приложения так или иначе обмениваются данными, и в целом технологическом плане прогресс не стоит на месте. На сегодняшний день уже презентовали технологию 6G, есть устройства, поддерживающие 6-е поколение мобильной связи, телефоны и автомобили.
Но это не отменяет того факта, что во многих странах, в первую очередь в нашей стране, имеется определенное отставание в технологическом плане, да и в банальном покрытии мобильной сетью. Соответственно, в связи с этим возникают логичные проблемы, которые ставятся перед разработкой. Это оптимизация процесса передачи данных и их количества. Собственно, шаблон. Полная передача. Если мы посмотрим на блок-схему, в целом она достаточно минималистична и показывает простоту полной передачи данных. Приложение просто инициирует передачу и получает все необходимые данные. Выхода данного шаблона на самом деле, наверное, единственное в его простоте. Но за данную простоту, естественно, придется платить возможной избыточностью данных, которые мы получаем. Если к примерам, которые можно привести для этого шаблона, это могут быть новостные ресурсы, где действительно при загрузке приложения легче выгрузить всю свежую ленту новостей, чем пытаться как-то синхронизировать то, что сохранено. Если вернуться к уже упомянутым файловым хостингам, достаточно проще и логичнее, и правильнее будет заменять целые файлы, чем искать какие-то пути для того, чтобы синхронизировать данные внутри файла моментами. Это просто невозможно, естественно. С учетом ограничений сети, о которых мы уже упоминали не раз, я уже упоминал не раз, объем передаваемых данных в целом должен всегда стремиться к минимуму. При полной передаче данных тратится огромное количество ресурсов, особенно если данные не изменялись, то это может привести просто к дублированию передачи данных в пустоту. Если перейти к блок-схеме этого шаблона, он показывает более развернутую логику передачи данных с использованием метки времени. То есть клиент инициирует запрос, и вместо получения, вместо простого запроса на синхронизацию, прикрепляет к нему временную метку, которая, собственно, обрабатывается сервером, и возвращаются данные, которые сервер считает необходимыми, которые были после этой отметки во времени. Из преимуществ данного подхода можно подчеркнуть, в первую очередь, меньшее использование ресурсов, чем в случае полной передачи данных. Но у него существует несколько своих интересных подводных камней. Первый – это, собственно, источник этой самой временной метки, так как если ваше приложение имеет несколько состояний в разных компонентах и одно глобальное, очень важно следить за тем, чтобы при синхронизации передавались правильные метки. Вторым, более интересной проблемой при синхронизации таким методом может быть достаточно неочевидно, как справиться с удалением данных при синхронизации. Собственно, из примеров для данного шаблона могут выступать приложения, работающие с какими-либо историческими данными, типа, ну, из самого простого это могут быть трекеры привычек, дневники питания и активности. Если из более таких глобальных и не самых очевидных, это, я думаю, в целом достаточно очевидных, это в социальных сетях загрузка ленты сообщений, которая выдает, соответственно, порционно только то, что вы еще, скорее всего, не видели.
И, собственно, последний на сегодня шаблон, который решает проблему еще более скрупулезно, это передача данных математическим способом. Вам может не подойти полная синхронизация данных по причине того, что их очень много. Вам может не подойти передача данных по временной метке, так как ваша структура данных просто никак не зависит от времени. Соответственно, в этом случае нам у нас имеется такой интереснейший подход. Собственно, блок-схема у него достаточно похожа на диаграмму с использованием временных меток, но с добавлением отдельного процесса расчета различий в наборе данных. Собственно, так как расчет может быть достаточно большой, он в основном переносится на сторону сервера. Несмотря на то, что этот метод имеет потенциально наименьшие накладные расходы на передачу данных и на их количество, основной камень преткновения в его реализации все же является дороговизна этого решения и зависимость от контекста, что, собственно, означает низкую способность к переиспользованию этого алгоритма, этого шаблона. Если из примеров в реальной жизни, то, наверное, самые яркие примеры будут это уже упомянутые HIS-системы типа Google Card, которых тем самым токеном для математических вычислений могут служить идентификаторы фрагментов, которые необходимо отобразить пользователю, фрагментов карты, имею в виду. И, собственно, из таких достаточно реально сложных, это могут быть системы потоковой передачи видео. В них обычно используется подобный шаблон с применением алгоритмов для определения оптимальной схемы кодирования новых кадров, передаваемых на клиент, типа суммы абсолютных разностей и подобных вещей. И на самом деле это все, что я хотел и мог рассказать вам на сегодня. И, наверное, давайте перейдем к обсуждению, к вопросам. Спасибо за доклад. А есть что-то рассказать по поводу push-pull систем? Как это работает? Кто выступает инициатором подобного рода синхронизации? Ну и в принципе, да, в общих чертах может. В целом на эту тему, я думаю, можно собрать прям отдельный диалог, так как это действительно не на пару минут, и я думаю, будет уместно его собрать в разрезе даже темы Progressive Web Application и подобных вещей, если вы не против. Спасибо. И еще один вопрос по поводу, доводилось ли решать, и, возможно, подскажешь, как решать подобного рода проблему. К примеру, самый распространенный кейс — это одновременное редактирование одного и того же документа, да? Как это реализовано, к примеру, в Google Docs с разных девайсов. Промежуточное состояние мы храним, получается, локально. И как потом, в чью пользу отдавать предпочтение? В случае, если идет синхронизация. То есть одновременно открыт документ и происходит редактирование и, к примеру, на мобильном девайсе, и на десктопе. И там разные состояния. Вот. Вот как вот этот вопрос решить с помощью тех подходов, которые ты сегодня подсказал. Спасибо.
На самом деле эта плоскость вопроса лежит в стороне немного других шаблонов. Это больше вопрос к enterprise паттернам. Они у нас, собственно, отвечают на все вопросы работы и манипулирования с данными на уровне немного ниже архитектурного. Если вспомнить самые основные шаблоны, которые можно вспомнить из Enterprise, это блокировки, которые у нас есть, это, если я не ошибаюсь, могу путаться в названиях, позитивная и негативная блокировки, которые либо позволяют пользователю забирать ресурс, который сейчас находится на редактировании, но потом, соответственно, выдают ему какие-либо ошибки, либо не позволяют абсолютно забирать ресурс, который уже находится у одного клиента на редактировании. Соответственно, из механизмов уже синхронизации таких данных все на самом деле очень зависит от контекста, и на тему этого нужно говорить уже в разрезе конкретного приложения, так как некоторые данные можно синхронизировать, некоторые нельзя. Самым простым решением, которое обычно берется на вооружение, это использование, собственно, последнего набора данных. То есть того, который пришел последним. Как в таком случае с локальным состоянием быть? Оно будет перезаписываться. Но в этом и суть. Если мы берем подход именно с сохранением последнего набора данных, то у нас локальное состояние перетирается последним пришедшим с сервера. Если, соответственно, локальное состояние новее, чем то, что пришло с сервера, то на сервер отправляется оно при синхронизации. Ну, могут быть сути, абсолютно разные. По сути, применяются те же самые временные метки, да? В общей сути, да. Ну, это может быть сильно сложнее механизм, если, допустим, структура данных может поддерживать какого-то рода мерж, и его возможно отдать на откуп пользователю. Приблизительно тот же формат, в котором работают, допустим, системы контроля версий. Можно отдать такую синхронизацию, такие конфликты на откуп пользователю, чтобы он решал, какие данные правильнее оставить. Если это какая-то, допустим, система документа оборота, то это, я думаю, будет правильный. Да, в целом понятно, спасибо. Привіт, Денис, дякую за доклад. Підкажи, будь ласка, таке питання. Є якісь там, не знаю, правила чи обмеження, якщо ми використовуємо ці, ну, зазвичай ми не просто використовуємо якісь там паттерни для передачі, ну, ми там їх комбінуємо, наприклад, з тим самим кешуванням. Чи, може, є якісь там, не знаю, підводні камені, якісь практики загальні, коли ми комбінуємо з, ну, понятно, що, наприклад, з фул-трансферами, там, не дуже поєднаним кешування, але от з більш складними. Є якісь, ну, правила, ще щось? Дякую. Ну, на самом деле, да, ті шаблони, вони являються більше архітектурними, і в цілому архітектурні шаблони такого порядку більше використовуються в комбінації, ніж чистими. Тобто, допустимо, у вас є якесь мобільне приложення, у якого є якісь критичні для використання метадані, які потрібно загрузити обов'язково повністю і всі перед використанням всього приложення. Но внутрі приложення є якісь дані, які вже є історичними. І в цілому, ну, тут вопрос балансу і контексту. Тобто, каких-то конкретних практик і підходів безконтекстних, мабуть, я навіть не підскажу, тому що їх просто немає. Дякую.